Ну что ж, получилось так, что мы не можем показать вам все показательные выступления. И победители этого турнира Светлана Переной, Сергей Дуванов и серебряные призеры должны были срочно уехать на вокзал, потому что отходил поезд в Москву. Но мы с удовольствием покажем вам выступление бронзовых призеров Ирины и Владимира Щеплецовы и их композиция латиноамериканских танцев, с которой они выступали на чемпионате мира по латиноамериканскому секвею в прошлом году. Итак, Ирина и Владимир Щеплецовы. Давайте посмотрим за этим выступлением. Использовали много интересных элементов и необычных элементов для конкурсного танца. По-своему очень уникальный танцевальный дуэт. Дорогие друзья, завершается наша программа. Подходит к концу гран-при по латиноамериканским танцам среди профессионалов, которые проходили в рамках соревнований Oriflame 98. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Комментировал программу Станислав Попов.